Добрый день! Видео для канала Во Колесо. Краткий обзор резины Bridgestone Spike 02. Куплена в этом году. Эксплуатировалась сначала осенью. Температура от 0 до плюс 5. Мокрый асфальт, дождь, снег. Воду отводит отлично. Аквапланирования нет. Подали эксплуатировалась просто на ровном асфальте, без снега, уже при отрицательных температурах. Также все хорошо. Разгон, торможение, управляемость, чувствуется курсовая устойчивость. Вот сейчас на улице минус 15, поверхность, ну вот, как вы видите, да, такая, сверху снежок и укатанный лед. Зацеп прекрасный, никаких нареканий нету. Ее стихия — это когда сверху льда снег, а снизу или снег, или укатанный лед. Вот в этом случае она проявляет себя максимально комфортно и хорошо. То есть гребет как на танке, едет замечательно. Кстати, забыл сказать, пробег там 3-3,5 тысячи, да, шипы все на месте, протектор, ну, естественно, за такой маленький промежуток времени не стерся. Размер 205-55-16. Стоимость баллона 6970 рублей. Для такой резины и такого размера, считаю, вполне приемлемая цена. То есть соотношение цены-качества как бы все устроило. То есть если брать тот же там Мишлен, то это будет дороже на тот же самый размер, причем ощутимо. Все, всем спасибо.